то есть это ты так возвращался с радиоэкспедиции? Да. То есть радиоэкспедиции по островам Белого моря? Именно так. И проблема была, то есть, получается, твоего сына не пустили, молодого радиолюбителя, начинающего радиолюбителя. Не в этом дело. Мы уже сели, осталось несколько минут. Ну, как бы зашли, показывали документы, да. Ксерокс. Нельзя ему ехать. Я говорю, вот смотрите, через минуту приносит оригинал, и он едет. Потому что вот мальчик, у него нету бомбы, вот. Ну, да. Он гражданин, у меня в паспорте записано, что он сын. Можно. А вот если они не успевают принести, то ему нельзя из-за бумажки. Начальник поезда, никого нету. Я говорю, ну, ребята, так вот, подошел к ним, ну, надо, никаких. Я говорю, ну, давайте поговорим. Видимо, они испугались, они свистнули, прибежали два юных милиционера, где-то 19 лет, покрепче, сказали, если вы сейчас не выйдете, мы вас вытащим. Я говорю, ну, прибежала какая-то начальница поезда, якобы такая тоже 25-летняя. Вот, нельзя мальчику ехать. Я говорю, ну вот, а если вы ваш сын? У меня нету. Ну, говорит, ну ладно, мы выйдем. Но я будет вам... же. Да, но я вам, знаете, смотрите, я такой как бы не набожный, но я могу вас проклянуть, у вас никогда их не будет. Она расстроилась, но поезд ушел, и бог с ним. Мы с помощью радиолюбителей таким образом, значит, мне передали есть, через пилоты корабля. Как я понял, ты по радиостанции запросил местных радиолюбителей. Нет, подошли два товарища, РН1ОМ. Откуда они взялись, эти местные товарищи? Ну, они знали, что я пришел с радиоэкспедиции. А, то есть они знали. Один меня даже с яхту встречал в местном яхт-клубе. РН1ОМ. Кстати, известный он. РН1 Ольга Николай. Да, значит, потом через... Он уже думал, что мы уже ехали, я звоню ему, говорю, слушай, ты в поезде? Я говорю, нет. Вы нас не пустили, надо перечевать на коллективке. Перечевали на коллективке, я купил в электронном виде два билета. Это есть все в фильме рассказано, очень интересно. Значит, и где-то нас буквально ночью уже, следующего дня, в 5 утра, мы уже улетели на следующий день. И мне понравился Архангельск, город небольшой, но там как-то такси, вот там нет автобусов. Значит, первый раз, когда мы, ребята, куда вам ехать? Я говорю, нет, там туда-то вот коллектив, какая-то улица. Как проехать? Значит, он говорит, вот звонишь какой-то такси «Снежок», говоришь, куда? Я назвал, да. Я говорю, пойдем, Миша, мороженое купим. Мы подошли к лукарьку, стали покупать мороженое, звонок. Ну, не знаю, полторы минуты. Машина такая-то, какой-то «Опель» стоит. Цена сколько? 70 рублей. Потом я еду с этим парнем и спрашиваю, вот на завтра нам ехать в аэропорт надо. Говорит, ой, это далеко, там надо минут 25. И дорого. Я так, у меня деньги были, там мне кто-то дал, значит, из ребят. Я говорю, дорого? Он говорит, да, дорого. Я говорю, сколько так? 250-300 рублей. Значит, мы выспались на этой коллективке, я ночью, конечно, там поработал, там неплохой усилитель, ОМ-2000, ага. Чешский, двухкиловаттничек, я там немножко поработал. Словакский. Если уж да. Нам пошло, то словакский. Значит, ОМ-2000. Немножко этим поработал, утром проснулись, походили по городу, зашли в какие-то там курицы купили, арбуз, после 20 дней на яхте, так все вкусно было. Очень. Ну, не сильно, но я вот за это время, Миша-то, он и так худой, я похудел на 6 килограмм. Сели на самолет и все, и сразу в городе были. Потом Света, когда он говорит, ну как-то вы на автобусе, я звоню, нет, я на такси. Она так, вот на такси тут разъездились. Но я не стал рассказывать, какие там были перипетии. Я бы еще в метро ехал после всего этого. Ну, да. И ехал бы в метро. Потом мы вышли, значит, в шлепанцах, в шортиках, в маечке. У меня только был... А, ноутбук у меня с собой был, и все. Когда из поезда-то в шлепанцах. А дело в том, что в те дни в Архангельске было плюс 30, вот не поверите. Это было конкретно 8 августа, было плюс 30. И когда мы подходили уже сюда, как там Мудюк, вот, уже приел 10-15 километров оставалось, там градусник, ну как бы на этом самом эхолоте стоит. Все время там было 6-7 градусов, там просто по щиколотку войдешь и как пингвин выскакиваешь. Потом, смотрите, 22 градуса. Ну как-то изменились течения, что ли, все сразу там есть на фильме, значит, все разделись, все сразу попрыгали туда и в море плавали. Хотя там глубина показывала метров 60-70. 22 градуса было. Жара была. И ну, вот мы точно, там все это запихали в рюкзаки, перед этим все эти лодку, мотор, все это отправил транспортной компании. Я еще не знал, что нам предстоит это. Ну там где-то килограмм 300, наверное, 400. Оставшиеся продукты, 3-4 пару рогов, оленях, естественно.
там меня на островах надарили. Все отправил транспортный. Потом мы успели за 5 минут до поезда, и там нам... Ага, надо было сразу себя в транспортной компании отправить. Ящик и все. Чтобы не пропустить новые видео о радиолюбителях, подписывайтесь на канал. А чтобы высказать свое мнение, оставляйте комментарии.